И те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я продолжаю показывать, как играется вступление к песне группы Nautilus Pompilius «Золотое пятно». Итак, я показал в первом видео, как играется центральная мелодия. Вот, то есть центральный, можно сказать, это перебор такой. Вот, но проигрывается он один раз, и далее вступает вторая гитара акустическая, вот, которая играет вторую партию. Первая продолжает играть то, что она играла, вторая гитара вступает уже за вторым разом, и она играет вот такую партию. Тоже четыре аккорда. Значит, первый аккорд — это четвертая струна на шестом ладу, третья на восьмом и вторая на седьмом. И здесь мы играем четвертую, третью, вторую, первую струны. Два раза подряд. Идем дальше. Четвертая струна остается на шестом ладу. Третью мы пережимаем на шестом, зажимаем. И вторая тоже остается на седьмом. То есть получается второй аккорд. Четвертый на шестом, третья на шестом и вторая на седьмом. Здесь мы тоже играем четвертая, третья, вторая, первая вниз. Два раза. Идем дальше. Дальше у нас идет вот такой аккорд. Третий аккорд — это четвертая на четвертом, третья на третьем и вторая на втором. Здесь уже мы немножечко меняем рисунок арпеджио. Мы играем четвертая, третья, первая, вторая. Тоже два раза повторяем. И последний четвертый аккорд мы зажимаем первую струну на втором ладу, а четвертую, третью и вторую на четвертом. Ну, то есть это аккорд H. Можно так зажать, можно без бары просто. Первый вот здесь и три вот, такие, вот таким вот образом. И здесь мы тоже играем четвертую, третью, первую, вторую. Ну вот что у нас получается. У нас получается, значит, вторая партия акустической гитары.